того, что вас называют Робин Гудом, многие также видят вас защитницу прав женщин. Что вы можете об этом сказать? Мне кажется, дело в том, что женщин судят гораздо более сурово, когда дело касается чего-то, что считается неприемлемым в обществе. Может быть, тут вопрос не суждения, а вопрос, что общество – это социальный строй, общество – это социальная конструкция. И общество из-за того, что женщина не способна себя сдерживать самостоятельно, вынуждается как раз-таки этим обществом, наделяет ее правами и ответственностью той, которая будет сдерживать изнутри ее животное желание паразитировать на рамках этого социума. Потому что если задать себе честный вопрос и посмотреть на текущую повестку, вы же прекрасно понимаете, что если бы не было страха перед Богом, если бы не было уголовного процессуального кодекса, административного кодекса, люди с травмирующим опытом могли бы такой ерунды натворить, и мужчины, и женщины. Но у женщин еще более слабая мораль, женщины в своей природе более меркантильные, более злые из-за того, что их мораль такова. А мораль такая, исходя из того, что они знают, что они не способны на сильную агрессию, поэтому их защитный механизм – спекуляция, обман, коллективные интрижки.